Здравствуйте, мои хорошие, канал Лайф Второй Надежды. И сегодня обещанное вам второе видео, некая вторая серия видео, которая вышла вчера. Кто не смотрел, посмотрите, там, скажем так, первая часть того, что я сейчас буду делать. Возможно, вы загадаете тот же самый вариант. Возможно, вы посмотрите по сигнификациям и что-то поменяется. Так тоже может быть. И, как вы знаете, что я предпочитаю делать расклады максимально точечные, чтобы потом из нескольких раскладок вы могли собрать максимально полную картину о том или ином вопросе, который вас волнует. Поэтому сегодня снова три позиции и видео, которое называют, но вы уже видели, да, что он чувствует ко мне сегодня и его планы на меня. Три позиции перед вами. Смотрите, выбирайте. Кому не хватает времени, ставьте на паузу. Если смотрели видео, пробуйте, конечно, смотреть тот вариант, который вы смотрели вчера. И опять же, если вы не смотрели вчерашнее видео, посмотрите его. Итак, начиная с первой позиции, да, кому не хватает времени, отмотайте чуть-чуть назад и поставьте на паузу. И с первой позиции, да, вот мужчина вот буквально вот на сегодняшний день. Что сегодня, да? Какую-то маску носит, видите? Здесь мужчина, который всячески старается показать, что нет у меня вообще никаких проблем. Все у меня хорошо. Нет у меня никаких недоброжелателей, нет у меня врагов никаких. Да, может быть, где-то у меня есть там финансовые ограничения, но в целом сказать, что я там полностью стеснен там в финансах, в своих шагах, в своих действиях, нет, нет, нет. Вот такой здесь мужчина на сегодняшний день. А сам тем временем подспудно здесь мужчина наблюдает за развитием события. Наблюдает за развитием события, что в его жизни, как решится. Выиграет он время для того, чтобы, может быть, дальше как-то разрулить ситуацию. Либо все-таки здесь он проиграет. Знаете, здесь мужчина, который бьет себя пяткой в грудь. Пусть у меня что-то не получается, зато я это делаю с душой. Либо пусть не совсем так, как я... Вот не так, как для кого-то это будет идеально, зато вот мне это нравится. Или если касаемо отношений, да. Пусть я не совсем там шикарный мужчина в представлении каких-либо женщин, либо какой-либо женщины. Ну, вот я вот люблю как могу. Вот такая моя любовь. Нравится, не нравится, вот я такой, и любовь моя такая. Принимай меня таким, какой я есть. Очень мечтаю, чтобы быстренько-быстренько миновала его это... Черная полоса, это черная кошка, которая пробежала в мыслях, надеется все-таки на светлое будущее. Ну, я думаю, это отражение первой позиции прошлого расклада, да, вот то, что тянется, там тоже не совсем все было хорошо. Ну, вот в надеждах на то, что все будет хорошо, а пока я буду показывать, что у меня все хорошо, и пусть все так думают. Хорошо. Смотрим теперь, что он чувствует. Вчера были мысли его. Сегодня смотрим чувства. На ключик я закрылся. На ключик я закрылся. В чувствах по отношению к вам здесь большая дилемма. Будет что-то дальше или не будет? Стоит как-то наши проблемы решать? Либо не стоит? Если я сделаю шаг, меня примут или меня пошлют? Игры закончились. Здесь мужчина, знаете, думает, а как хорошо все начиналось. Но все же хорошо было, да? Что ты начинаешь? Ревнует, да, боится, да, переживает, да, те, кто спрашивает. Есть ли чувство вины у данного человека передо мной? Да, есть. Здесь не о любви речь, девочки. Здесь любовь-то она может быть и есть. Да, здесь есть жаркое чувство. Но здесь сейчас глубокая, знаете, такая обида на то, что
изначально все было хорошо, а потом то ли его какой-то шаг вы неверно расценили, то ли не вошли в его положение, и вот своей собственной рукой, такой властной, сильной, умной, мудрой, взяли и все закончили. Обрубили человеку то, вот, во что он там свято верил, да, или то, к чему он так стремился, то, чего он хотел. А чего он хотел? Он очень боялся девочке влюбиться. Он очень боялся этих чувств по отношению к вам. Он всячески сопротивлялся, всячески держался, да, вот воздерживался от того, чтобы вот не влюбиться. А потом ему стало очевидно, да, что я влип, что я как минимум привязался, что я ее хочу, я ее желаю, я о ней думаю. Я ее выбросить из своей головы не могу. Но здесь с оглядкой девочки назад, что когда-то все было шикарно. И мужчина очень хотел бы вот это вот ваше состояние, когда все у вас было хорошо и отлично. Мужчина ностальгирует по этому состоянию. Ему хотелось бы вернуть то состояние, в котором вы с ним пребывали раньше. Вот букет, да, вот пока он цвел, пока эти цветы были свежие, красивые, с одурманивающим ароматом. Вот так он видел ваши отношения, что это был такой дурман, в который вот хотелось погружаться, из которого вылазить не хотелось. А тот, что женщина, ну, я уже говорила, да, либо он ситуацию так подвел, либо вам что-то не понравилось. Взяла и все закончила. Отказалась от меня, отказалась от моих чувств. Он думал, что он поиграет в чувства. Оно стало для себя понимать, что он без вас, ему сложно, ему тяжело. Влюбился, привязался, втянулся в вас, корни пустил. И теперь какое-то, знаете, вот ваше здесь даже у вас, может, общение даже еще какое-то сохраняется. Но это такое общение ни о чем. И оно ему доставляет немало неприятных моментов здесь. Ему не нравится, что между вами вот, знаете, вот такое вот, абы как, ни о чем, либо вообще никак, да, вот чистота. Чистота это может быть дружеское общение по лилиям. Чистота это может быть, что вообще у вас нету общения, да, вот кристальная прозрачность. Никак вы не пересекаетесь, но оно ему это не нравится. Да, вот то положение дел, которое существует между вами, то даже обнуление какое-то наступило, да, как-то вот переиначились ваши с ним отношений. Арлекин здесь говорит о том, что да, началась какая-то новая ступень ваших отношений, новый какой-то виток игры, как он понимает. Но ему это не нравится. Чувствует, что ему действительно необходимо здесь от вас сейчас дистанцироваться. То ли это ваши условия, то ли это его сейчас жизненные обстоятельства, по которым вот надо помолчать или побыть врозь, либо в паузу какую-то взять. Но он чувствует, что это так вот надо, необходимо. Потому что иначе, если продолжать как есть, это будет путь в никуда. Да, надо помолчать, надо взять паузу, тайм-аут, перерыв здесь. Грустно, ничего не радует. Но здесь человек чувствует, что в его силах ситуацию повернуть вспять. В его силах вернуть отношения, в его силах вернуть былую страсть. Вера в себя здесь у человека довольно сильная. Верит, что он сможет вернуть вот все то, что между вами было. И ностальгирует действительно здесь, потому что было. Его планы на вас. Планы на вас здесь пока так и есть, побыть на дистанции. В этой колоде башня – это не разрушение, это башня дистанции. Так здесь эта карта может говорить о том, что вот сейчас пока эмоции между вами шкалят, не совсем положительной направленности, нужно просто переключить все свое внимание на работу, на
карьеру, на занятость, на свою. Потому что планы, видите, такие, что все равно ничего не получается. И эмоции наши сейчас нам идут вообще не на пользу. Поэтому нам действительно сейчас нужно побыть порознь друг от друга, чтобы оценить масштаб потерь. Что я буду чувствовать, когда я пойму, что она со мной не рядом? И она тоже должна почувствовать, что такое, как она себя чувствует, если я не рядом с ней. И мечтай, девочки, и в планах мечтай о том, что между вами связь будет налажена. Как он это для себя предполагает, что пройти сложный путь, вплоть до того, что даже временно расстаться здесь придется. Потому что по-другому быть не может, да? Вот если начинать копаться в тех проблемах, которые есть между вами, ничего хорошего не получится. Поэтому нужно эту ситуацию отпустить, поставить даже некую точку, которая превратится в многоточие для того, чтобы все было хорошо. Здесь мы не смотрим, получится, не получится, да, перспективы, потому что я все такие вопросы рассматриваю в других, в отдельных раскладах. Можете посмотреть, которые уже есть на канале. Расклады, если вы не смотрели, либо буду делать новые. Но здесь, если вы задаетесь вопросом, вот, готов ли мужчина отпустить меня, да, там смирился с тем, что мы там в ссоре, в конфликте, или мы не вместе. Нет, не смирился. Отпускать здесь мужчина вас не готов. Ну, пока вот что имеем, то имеем. И поэтому, что если вам добавит несколько радости либо успокоения, что мужчина переживает, да, ностальгирует по прошлому хорошему, да, и мечтает все хорошее снова вернуть. С кем резонирует, кому нравится расклад, ставьте, конечно же, лайк, подписывайтесь на канал. Кто не подписан, пишите комментарии, все комментарии я читаю и очень благодарна вам. Также благодарна тем девочкам, мальчикам, которые делают тайм-коды. Тайм-коды они, конечно, делают для тех подписчиков, кто любит быстренько забежать на канал, включить нужную позицию и сразу слушать. Но я думаю, вы должны тоже быть благодарны тем людям, которые ставят тайм-коды. Они тратят свое личное время для комфорта большинства. Болтаюсь, собираю параллельно карты, чтобы не терять время. И смотрим позицию номер 2. Итак, позиция номер 2. Кто ваш мужчина на сегодня? И те, кто не смотрел вступление, первая часть, некая первая часть, она не обозначена, что здесь данный расклад, это вторая часть. Но это продолжение того расклада, который был опубликован вчера, который был выложен вчера. Посмотрите, пожалуйста, там, грубо говоря, начало, там с чего все начинается. И дальше здесь уже уходим немножечко глубже, будем смотреть чувства, планы. Там в целом жизнь человека. И там мысли о вас. Здесь же немножечко мы пойдем дальше. Так, сейчас проверю, чтобы ничего здесь лишнего у нас не было. Угу. И смотрим вашего мужчину на сегодня. Его сигнификация. Что он нам покажет? Что расскажет? Что транслирует? Выгоду здесь какой-то мужчина для себя хочет получить. В работе ли, в отношениях, ли, либо от каких-то людей. Сейчас хочет выгоду, хочет выровнять свое состояние эмоциональное здесь прежде всего. Настроение здесь вообще на нуле данного человека по поводу какой-то привязанности, которая его взяла и бросила. Не знаю. Здесь, конечно, может быть так, что мужчина очень любил алкоголь, увлекался алкоголем, а его взяли насильно, закодировали. Да, его теперь вот грусть, тоска. Может быть, здесь, конечно, у большинства отыграется так, что у мужчины была душевная привязанность по поводу какой-то женщины, по поводу какой-то персоны, а тут раз и хоп, все захлопнулось. И отношений больше нет. Кто эта женщина, я не знаю. Это может быть вы, может быть, какие-то другие здесь отношения. Ну, жизнь такая у него, знаете, с горьким осадком. Да, здесь мужчина здесь с кем-то расстался. И это ему доставляет печаль. Скука, 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 святая вода. Да, здесь, видите, здесь мужчина считает, что лишили его несправедливо. Украли у него то, что ему было дорого. Забрали.
причем самым некрасивым, подлым каким-то образом. Крысы – это всегда карта такая очень, очень хорошая. Привязанность осталась. Эмоций нет, точнее, отношений нет. В душе пустота, а привязанность, она осталась. И эта привязанность добавляет ему боли. Большой такой боли душевной. Всегда так, что когда нам что-то очень хочется, мы что-то любим или мы к чему-то привязываемся, нас этого лишают, у нас начинается некая такая ломка, вот, и как раз вот из-за этой привязанности. Ну, вот такой вот здесь человек на данный момент. Что он чувствует по отношению к вам на сегодня? А я запру сердце на замок, и она вообще не узнает, что я ее люблю. Наказание здесь он считает, что вы наказание в его жизни. Вот, обрушились на его голову, влюбился в вас, а теперь не знает, что с этим делать. Он даже, девочки, выгоды здесь сейчас вас никакой вообще не ищет. Вот для него само понимание, что вы есть в его жизни, вот это вот то, не знаю, богатство, которое у него есть, такое душевное, ментальное. Ментальные карты здесь много, очень ментальных, ничевых карт. Застрял он в вас, подсел он на вас. Вы ему заменяете сразу нескольких лиц. Вы в одном лице и друг, и партнер, и советчик, и, не знаю, любовница, и хозяйка. И вот все вот вас. Залип понимает, что он может отказаться от пары людей в своей жизни и вас взять в свою жизнь. И вы ему вот эту пару людей легко замените. Такая вы многоролевая женщина, которая может дать мужчине много чего в этой жизни и много для него может ролей в его жизни сыграть. Заменить здесь действительно многих людей вы можете данному мужчине. Он это все чувствует, он все это понимает. Как на работу ходит, либо в ваши соцсети, либо в мессенджер, либо у знакомых друзей узнает. Вот как на работу для него. С утра встал, надо посмотреть. Вечером ложусь, ага, что делает, тоже надо посмотреть. Потому что не владеет полностью вашей жизнью. Вы как-то ваша жизнь для него закрылась, застопорилась. Надеется, что в будущем все опять будет хорошо. Ну, снова у нас такой надеянный мужчина, надеющийся. Но любит, девочки, здесь любовь. Никому не покажу, никому не расскажу, спрячу на ключик на замок. Чтобы никто не узнал, что я ее люблю. Хорошо. Давайте посмотрим его планы на вас. Что он планирует? Следить, как следил, так и будет следить. Девочки, здесь, понимаете, вот если он не будет знать о вас какой-то информации, даже вот если не увидит, что вы где-то в сети там онлайн, даже если где-то о вас не услышит, все, для него это боль, печаль, жизнь, говорю, день прожит зря. Пока планирует страдать в одиночестве. Ну, видимо, он испытывает определенный кайф, когда ему плохо. Есть люди, которые любят отыгрывать роль жертвы, которые вот сложили лапки и говорят, мне плохо. И испытывает кайф определенного рода. Поэтому пока здесь, видите, намерен пострадать. Планы, а потом ты от меня вообще, дорогая, никуда не денешься. Даже если у меня есть жена, для кого подыгрывается, ты все равно будешь моей любимой женщиной, и никуда ты не денешься. Если ты не моя жена, то ты из ранга любимой женщины перейдешь в статус жены. Сопротивляйся ты, не сопротивляйся, высказывай ты свое мнение, не высказывайся, я на тебя уже запланировал определенные свои цели. Либо так, либо так. Если, конечно, здесь вы ждете от мужчины решения, что мужчина не свободный, да, и хочет вас вернуть с целью, чтобы выбрать только вас, пока здесь такого у него в планах нет. Пока здесь в планах, чтобы вы были его любимой женщиной. Что если есть жена, пусть она будет, а ты моя любовь. А если никакой жены вообще нет, то здесь мужчина на будущее планирует из любимой женщины сделать вас женой. Да, сам хочет быть, видите, мужем.
Но со временем, видите, пока я посопротивляюсь. Может, цену себе набивает, да, может быть, хочет, чтобы вот ваши какие-то чувства увидеть дополнительно. Ну, вот такой вот здесь товарищ. Планы на вас вернуться в отношения, либо вернуть отношения. Но здесь есть, определенно здесь есть какая-то соперница еще. А что с ней делать, он пока не знает. Но здесь, видите, здесь первостепенно пока у мужчины наладить отношения с вами, если вы в ссоре, вернуть отношения, если вы конфликтуете, там, в конфронтации какой-то находитесь, что как-то урегулировать, да, как-то договориться, как-то наладить, уладить, пока так. А дальше здесь, что я уже подумаю, что сделать с той, второй, другой, у которых та, вторая, другая проигрывается. Собственно, здесь все по данному раскладу. Планы мы посмотрели, какие перспективы. Вы смотрите недавние видео, также я буду дальше снимать перспективы, потому что жизнь меняется. Чувства меняются у людей, намерения меняются и так далее. С кем резонирует данный расклад, кому нравится, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте колокольчик, если хотите, чтобы новые видео сразу же вы видели, что вышло новое видео. Пишите комментарии, все комментарии я читаю. И отдельное спасибо хочу сказать всем тем девочкам и мальчикам, которые делают тайм-коды для моих видео. Потому что те, кто пользуются тайм-кодами, я думаю, вы должны понимать, что другой человек потратил свое личное время именно для вас, чтобы вы зашли, нажали на нужную кнопочку и сразу стали смотреть. Это был второй расклад. Смотрим третий расклад, кто он, ваш мужчина, на сегодняшний день. Девочки, смотрите, данное видео является неким... О, как-то у нас темно стало, да? Данное видео... Так темно, так светло. Данное видео является продолжением расклада, который на канале вышел вчера. Некая вторая часть того, с чего все начиналось. Было у меня в планах сделать такое видео, и наконец-то я осуществила данную задумку. Если вы не смотрели, посмотрите сначала. Очень рекомендую посмотреть первую часть, чтобы потом перейти на вторую часть. Возможно, вы загадаете ту же самую позицию, возможно, вы посмотрите все три, чтобы выбрать для себя, что действительно очень точно отыгрывается для вас. Я люблю расклады, которые один вытекает из другого, когда можно собрать вот информацию как конструктор, как пазл. Не люблю в одном раскладе вот смотреть вот все-все-все и все мешать в кучу. Поэтому, если еще не смотрели, пожалуйста, вернитесь на первое видео и смотрите здесь продолжение. Тем, кто уже вернулся с первого видео, и смотрит, то добро пожаловать, смотрим. Ваш мужчина вот именно на сегодня, да? Кто он, что он? Расплата здесь, девочки, идет расплата. За былые заслуги, за длинный язык, за долгие шикарные обещания, за свои похождения, за свои стремления, за свои какие-то шаги, за свои действия. Тупиковая здесь ситуация, здесь замешана семья, и которая уже, похоже, здесь есть семья, даже помогать данному человеку здесь вообще не собирается. Сам заслужил, сам заварил кашу, сам ее, пожалуйста, и расхлебывай. Здесь, в принципе, может отыгрываться, что у человека проблемы и в семье. Здесь может отыгрываться, что из-за работы у человека проблемы в семье. Но здесь человек, вот опять же, да, вот кто смотрел первое видео, там четко было, что человеку летит бумеранг. Такой бумеранг жесткий, жирный, заслуженный. Вот здесь повторение третьей позиции. Что здесь, да, и причем здесь даже помощи от людей, даже от близких, здесь человеку, похоже, не видать. Может быть, перед ними так провинился, может быть, не хочет их в эту ситуацию втягивать, но вот сам, да, вот сам в поле воин, я должен сам все решать. Проблема будет решена, решение будет найдено, другими словами, да, вот и через тучи здесь мы видим солнышко, вот оно, солнышко здесь уже вышло. Найдет, с кем договориться, как договориться, кому-то заплатит, кого-то попросит, кому-то пригрозит.
ну, здесь договоры в письменной даже форме, переписки, общение, контакт, но он свои проблемы решит. Постарается здесь так ситуацию вывернуть, чтобы для него именно все было хорошо. У него все здесь получится, девочки. Конечно, то, что не его, ему от этого придется здесь отказаться, или то, что он потянуть не может, конечно, от этого придется отказаться, от каких-то иллюзий. Но вот этот урок здесь, который в любом случае здесь замешана какая-то особа, он будет помнить долго. Он будет помнить, что насколько здесь ситуация завела вот в тот момент, в котором здесь вот действительно нужно очень жесткое решение для себя принимать. Очень умное, взвешенное. Иначе здесь я либо приобрету, либо потеряю. Похоже, это те же самые слова, которые я вчера и говорила. Но значит, здесь с третьей позиции и третья позиция, вот полный здесь такой резонанс. Ну, буду ждать ваших комментариев, что если это так, да, я действительно буду рада. Возможно, да, для кого-то третья позиция вот с того расклада будет перекликаться там с первой либо со второй. Да, такое тоже бывает, такое тоже нормально. Так, смотрим теперь, что он чувствует по отношению к вам. Именно чувство его. Куда это он тут паруса свои надул? Подарок, что ли, вам? Девочки, ну, смотрите, здесь мужчина считает, что он должен вам какой-то как минимум знак внимания очень приятный сделать. Вот действительно вот надул паруса и помчался. С подарком здесь, не знаю, с деньгами нет. Денег здесь, конечно, не видать, но какой-то презент здесь мужчина для вас готовит. А рыбки здесь о чем? Знаете, здесь рыбы о том, что ему придется все-таки, да, вот даже если мы берем рыбалку, вот чтобы получить улов, мы должны какое-то время потратить, да, чтобы эту рыбку выловить. Поэтому здесь для мужчины, даже для того, чтобы организовать вам буквально, не знаю, полевых ромашек, ему нужно заправить машину, там или взять машину в аренду, такси, поехать на это поле, потрудиться, собрать и вернуться обратно, то есть так или иначе, вот какого бы знака внимания здесь вы от этого мужчины не дождались, для тех, кто дождется, здесь понимаете, что для него это было довольно сложно реализовать. Там может быть копеечный какой-то подарок, но может быть мужчина действительно в очень сложной финансовой ситуации находится, но он смог выкроить там некие денежки для того, чтобы вас порадовать. Да, тот же самый скромный букетик, все-таки для него это будет некое такое достижение, которое не совсем легко ему дается. Что уж тут, прям бедный, не знаю. Вот. Но здесь все, конечно, все пропорционально тому финансовому положению, в котором находится здесь человек, либо в котором будет находиться на тот момент, когда соберется этот подарок делать. Терзают его здесь, конечно, страсти, раздирают. Здесь он не знает, любит он вас или ненавидит, хочет он вас, вот, или он разочарован. Здесь такой, знаете, ураган страстей, когда человек понимает, что вы ему абсолютно не безразличны, но вот в каком качестве? А порадовать зачем хочет? Чтобы сократить расстояние между вами. Понимаете, не для того, чтобы выразить чувства какие-то свои. Нет, а для того, чтобы вас смягчить, вас порадовать, и вы будете более такая добренькая. А то тут здесь совсем прям такая вот злая. Выгнали его здесь. Сказали, не нужна мне твоя любовь. Вон, звездуй на небо за звездочкой. Ну, звездуй, значит, звездуй. Но он с этим не согласен. Да, он считает, что вы его унизили, что вы его поставили в очень неприятное положение, что он тут страдает, переживает, он тут боится. И боится, что вы еще вдруг что-то ему скажете, сделаете или какой-то компромат ему предоставите. Чувство здесь, девочки, смотрите, однозначно сказать, что там любит, я не могу. Однозначно сказать, что ненавидит, я тоже не могу. Здесь мужчина одновременно и любит, ненавидит, и хочет, и бежит, и пытается наладить, и тут же боится, но тем не менее думает о том, что надо вам с чем-то порадовать. Что, собственно, и радует. Давайте смотреть его планы на вас. Его планы на вас.
Ну, посидит какое-то время, конечно, здесь в одиночестве. Но планирует, да, планирует заявиться, появиться чуть-чуть попозже, не сразу. Но он планирует однозначно здесь наладить свои отношения. Для него этот вопрос решенный. Он понимает, что для всего, конечно, нужно время. Скоро слово сказывается, да, да не быстро дело делается. Вот и у него здесь так же, что он понимает, что все равно здесь нужно побыть как-то здесь в тишине, в молчании, либо в неспешном вот развитии вашей ситуации, вот для того, чтобы снова взять и наладить. Торопиться здесь мужчина не будет. И, кстати, очень боится, что пока вот он выжидает то самое нужное время, чтобы вы не переключились на другого мужчину, на другого человека. Здесь, конечно, может быть ситуация, что у вас уже есть партнер, там муж, там, или, не знаю, постоянный ваш партнер, мужчина, другой. Но здесь, видите, чтобы вы вдруг окончательно не решили остановиться на другом мужчине. Чтобы вы решили, что все-таки вам он нужен. Планы на вас, знаете, как вот снова дать вам понять, что вы этим человеком любимы. Что даже вот вариантов нету в сторону того, что вы не будете вместе. Вот такой, вот такие здесь планы. Дать вам понять, вот заявить о себе как о мужчине, который имеет определенные цели на вас. Пусть он будущего, да, девочки, пусть он будущего здесь с вами не видит. Безусловно, пока. Но вернуть вас в отношения, знаете, вот почему тут показано, вот знаете, вот взять вот, вот вас за гриву, вот, и притащить туда, откуда вы здесь сбежали. Ну, поэтому он, собственно, здесь и собирает какую-то информацию о вас для того, чтобы вот постоянно быть на чеку, быть в тонусе, быть в курсе событий, которые происходят в вашей жизни, чтобы не допустить, чтобы он взял вас и спокойно, добровольно отпустил вот в теплые руки совсем другого мужчины. В теплые, нежные, ласковые руки. Хотя, если новые руки действительно теплые, нежные, ласковые, а этот был хам, грубиян, там, медлительный, то, может быть, действительно здесь стоит задуматься, да, на кого сделать ставочку. Побороться за вас, девочки, здесь оракул дублирует то же самое, да, здесь он понимает, вот план на вас, вот доказать вам, что никуда ты не денешься, никуда ты не денешься, все у нас начнется заново, потому что я так хочу, потому что я так решил. Посмотрим, насколько планы совпадают с действиями, либо прошлые расклады смотрите, либо я буду делать будущее. Расклады на такую тему. Здесь не обязательно, девочки, свою позицию запоминать, пытаться как-то, чтобы дождаться нового расклада. Нет, потому что в любом случае все по резонации, все по сигнификации. С кем резонирует, кому нравится расклад, ставьте лайк, поддержите меня, пишите комментарии, которые я всегда читаю. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. И я надеюсь, данный расклад был вам очень полезен. Ну, а на сегодня все. До встречи в новых видео. Пока-пока. И огромное спасибо тем, кто ставит мне тайм-коды. Безумно благодарна. Ну, а теперь все. До свидания.